Свершилось чудо! На этом канале обзор будет посвящен не подсистеме, а самой настоящей дрипке. Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про новую дрипку от компании Geekvape под названием Talo X. Девайс поставляется вот в такой вот картонной упаковке. На лицевой панели есть сам девайс, логотип компании и указан цвет, который будет ждать нас внутри. На противоположной стороне немного технических характеристик и комплектация. Откроем коробку и посмотрим, что нас ждет внутри. Внутри нее нас встретит дрипка и небольшая картонная коробка со специальным прибором для укорочения ножек спирали и два зиплока. В одном находится два Fused Clapton на 0,4 Ома и два куска хлопка. Во втором зиплоке находится отвертка, запасные винтики и оринги и есть сквонковый пин для использования на сквонк-модах. Также в самом низу находится инструкция. Для начала похвалим ребят из компании Geekvape за то, что они даже дрипку наградили 6 различными цветами. Так что за это, безусловно, плюс. Дрипка выполнена из нержавеющей стали. Ее диаметр составляет 24 мм, а высоту она всего лишь 27 мм. Что делает эту дрипку довольно стелсовым девайсом. Но у таких размеров есть и негативная сторона. Если вы поставите внутрь этой дрипки очень мощные и жирные спирали, то она будет довольно быстро нагреваться. Купол испарительной части состоит из двух частей. Первая – это юбка с отверстиями обдува, а вторая – это топ-кэп с лопастями для регулировки затяжки. Все это фиксируется при помощи одного очень крепкого оринга. Теперь пора углубиться к сердцу любого атомайзера и изучить базу этой дрипки. Она представлена в бестоечном виде. Ванночка глубокая и обладает большими бортиками. Также есть специальные вырезы для более удобного обслуживания. На выбор будет представлено сразу две вариации установки спиралей. Вы можете поставить как две, так и одну спираль. По поводу заправки тут вопросов нет. Вы можете снять либо купол для того, чтобы смочить каждую спираль индивидуально, либо заправить его через дриптип, либо же при помощи сквонкового пина. Но для этого вам нужен сквонк-мод. Что же вы получаете по итогу? Довольно хорошую дрипку с удобной базой для установки спиралей, с приятным строгим внешним видом и очень плотной и хорошей вкусопередачей. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.